сказал кипер израильской сборной. Посмотрите, еще между ног Эли Даси мяч прошел. И здесь между ног мяч прошел у голкипера. Сборная Израиля Марсиано 1-0 забивает Давид Сильва. Десятая игра в Хихоне. Очень хочет ДХ в Испанию вернуть. И в частности в Мадрид. Правда, не в Атлетико, а теперь уже в Реал. Алькантера, Витола, удар. Гол. Гол. 2-0. Ну вот так не забиваешь ты, забивает тебе. Вид в ворота израильской сборной. Четвертый гол. Здесь офсайда нет. У Витола он на одной линии с защитником израильтян. И это был Шир Цедек. Удар и мяч так под рукой Марсиано. Под ладошкой, да? Закатывает все-таки ворота. И Давид Сильва не стал действительно мяч трогать. Хотя, знаете, бывают жадные до гола футболисты. Но Давид Сильва явно не из таких, чтобы здесь подойти и просто вот так пнуть мяч с метра и записать гол на свой счет. Хотя, вдруг потом арбитр бы поднял. Думаю, что вот Яго Аспас как раз вот в эту игру Диего Коста все-таки забивает. Годы. Подача Тьяго Алькантера и его второй голевой пас в этой встрече. И посмотрите, ну, с высоченным Диего Костой никто не играет. Здесь, конечно, не доработали израильтяне. Захави куда-то еще пошел. И понятно, он здесь оказался не у дел. И хоть и дотянулся до мяча Марсиано, но от его рук мяч влетает в ворота. Но будет исполнять игрок московских армейцев. Подача, удар головой, штанга, еще удар, гол. Гол за Израиль. Вот наносит штангу. И посмотрите, как приложился Рафаэлов. И что он там показывает? А, показывает, быстрее надо брать мяч, видимо, да? Есть и израильские болельщики в Хихоне. Это, может быть, местные жители, которые переехали жить Иско ловко сыграл мяч, отобрал Диего Коста, набирает скорость. Аспас держит линию офсайда. Аспас дальше на Иско. Иско, его излюбленная манера. Хотел я сказать Франциско Роман Аларкон Суарес, или просто Иско. Диего Коста передачей находит Аспаса. Тот во второй игре своей за сборную гол еще и приписал в статистике голевую передачу. И сколько Иско забил таких мячей, вот так смещаясь и ударом в дальний угол обводящим. У него этот футбольный трюк уже налажен. А здесь, видимо, понимал. Jungle.